Мир всем. Я только хотел сказать Сергею, отодвинься от этого. И думал, сказать, не сказать. А он сам раз отодвинулся, губы стало видно. То есть ничего не надо говорить, все, уметь подождать маленько. Наш разговор сейчас не слышен, я выключил его. Ну как, сейчас тут включу, и там, тогда слышно. А вот я хожу, что они меня видят. Хотя, видите, меня видят здесь. А? Меня здесь видят, я тогда уйду. Ну, ты можешь пересесть подальше сюда, маленько вперед. Тогда не будет видно. Вот сейчас тебя... Вот, ну, куда ты? К стенке. Зачем туда подтаскивать? Подожди. Вот. Вот сюда сядь. И туда ноги поставь. Вот так сиди. Небесный, утешителю души истинным, и же везде и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю принеси, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии друг к другу. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 3 стихи. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие в изумлении, говорили: «А откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плоть ли Клеон, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. 4-6 стих. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. И 7-11 стихи. И призвал 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморе в день суда, нежели тому городу. Толкование. Господь учил не в одних городах, но и в весе, дабы мы знали, что и нам не должно ни пренебрегать малыми городами, ни постоянно посещать большие города, но что должно сеять слово и в незначительных местечках. Далее, не только сам он учил, но и посылает учеников своих, притом по два, дабы они были смелее. Иначе, если бы он послал их по одному, то один не так бы смело мог действовать, а если бы послал более чем по два, то числа апостолов не достало бы для всех селений. Итак, посылает по два. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ефесянам 4:9. Заповедует им ничего не брать, ни сумы, ни денег при поясе, ни хлеба, чтобы таким образом научить их нестяжательности. И чтобы другие, взирая на них, умилялись, когда они будут научать нестяжательности тем, что сами ничего не имеют. В самом деле, кто не умилится и не подвигнется к нестяжательности, видя, что апостол не берет ни сумы, ни хлеба, который всего нужнее для нас. Велит им пребывать в одном доме, дабы не подумали об них, что они переменяют места ради чревоугодия, бродя от одних к другим. У тех, кои не примут их, они должны были, по словам Господа, отрясти пыль с ног своих, знак того, что они совершили далекий путь ради их, и однако без пользы для них, или знак для того, что они ничего не взяли у них, самой даже пыли, что напротив, и ее стрясли, дабы это обратилось во свидетельство им, то есть в обличение. Ибо содомляне, быв наказаны здесь, там будут наказаны легче. Притом апостолы не были посылаемы к ним. Напротив, не принявшие апостолов будут терпеть муки, тягчайшие тех. Комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта «Должно сеять слово». Должно сеять Слово Божие в больших городах и малых селениях. Если у человека есть совесть, не может же он не видеть, что этим сегодня занимаются только сектанты. Сегодня при такой свободе слова, какие сонные легионы сектантов хлынули на просторы России. Образуется община, новые в кавычках церкви, самыми экзотическими названиями, не все они регистрируются государством от южной границы до полюса. Они идут от двери к двери, по всем городам вербуя адептов. Православные батюшки спят глубоким сном и ничего кроме алтаря не хотят видеть. Россия гибнет, православной веры как таковой практически нет. Есть неевангелизированная, раздробленная языческая страна. Отвергнув Слово Божие, запершись в монастырских стенах, получая огромную помощь от государства и используя репрессивный аппарат против инаковерующих, Русская православная церковь полностью проиграла все битвы, и Бог руками безбожников опрокинул монастыри и разрушил храмы. Должно сеять слово. Весь алтарь у некоторых священников уместился в их котомке, и пошли они от селения к селению тайными тропами. И снова Бог дал свободу, и снова ею не хотят воспользоваться. Отгородились от народа дубовыми иконостасами, и снова повторится тот же урок. Только в 1937 году свыше 50 архиерейских голов были сняты с их плеч. Если бы церковь не обладала богатством, а жила в апостольской бедности, то не было бы изъятия церковных ценностей и неисчислимых жертв на этой почве. 2 Тимофею 2:9. Но для Слова Божия нет уст. Если бы все верующие проповедовали Слово Божие, то не было бы такого разгула безбожия и сектантства. Должно сеять Слово, восклицательный знак, и еще раз, должно сеять Слово, повторяет Игнатий Лапкин слова Феофилакта, выделяет их жирным и крупным шрифтом с восклицательным знаком. Вопросы? Можно? Да, Евгений. Но получается, вот, если в протестантизме там все вот эти течения, они фактически благовествуют, да, то это уже как бы фактически у них такой менталитет, духовное такое мышление, когда уже оно как бы уже там устоявшееся, то есть, ну, менталитет, да, вот есть русский менталитет, там еврейский менталитет, вот. Тут получается, как у православных нету это именно как бы вот мышления в менталитете. Поэтому из рода в род это как бы передает. Я так это понимаю. Как бы как будто бы генетически не заложено. Вот так вот, видите, такая генетическая вот информация человека. Его способности, характер. На каком уровне. И как это вот православному человеку все, его переформатировать его на такой уклон. Закончил свои мысли. Игнатий Тихонович, как православных переформатировать, чтобы они шли и сеяли слово? Ну, что переформатировать, это патриарх Алексей II так говорил, в сознании людей. Говорят они об этом. Мертвеца нельзя переформатировать, он может только гнить. Могильным червям корм. Надобно родиться свыше. Все упирается в это. Пока человек не родился, ты в него это не вложишь. Ему говори, а он за свое где-то зациклился, то его не любят, все замещает. К нему кто-то относились плохо, сказали. А верующий, который принял Христа, для него этой разницы никакой нету. Он для Бога. Он отвергся себя, старого. А новый человек вот теперь родился. Вот я сегодня разослал о том, как мусульманин обратился. А обратился где? В сектантстве. Ищущий молодой человек. И встретился как раз с сектантом, который Библию читает. Православного такого, который Библию читает и отвечает на вопросы, не встретишь, полагаю, ни одного. Где-то, может быть, есть, что я не знаю. В пустыне где-нибудь. И он ему, легко ему показал все заблуждения, какие у него в голове. И он искренне верующий мусульманин. Теперь он ходит по сцене, все это свидетельствует. Ему не верить нельзя. 4-я стадия рака, желудка. И далее говорит об исцелениях. Я всем послал, кому не послали, зайдите, где вот сейчас занятия идут в скайпе. Прослушать, я сказал, не один раз надо. А на меня уже нападают. А вот вы сектантов восхваляете. Я восхваляю Бога. Никто не может признать Иисуса Господом, как только Духом Святым. А Он Его признал Господом. Господь – это Иегова. И об этом говорит. Много есть, где обращаются мусульмане, и они свидетельствуют, но вот такого яркого, что он именно искал, не просто ему сказали, он поверил, а именно ищущий и получивший в полноте все. И кого мы не посмотрим, даже вот от них Вуйчич ездит везде по всему миру. И все не православные. И вот обращается-то Юрий там этот у баптистов. Православных ничего нигде нету. А что делать? Делать, как Господь повелел. Свидетельствовать всюду. Вот обрати внимание, по одному не посылает. И больше 2 не посылают. А сегодня миссионерские отделы. Патриархия ничего не понимает в этом деле. Их нельзя создать. Миссионерский отдел – это 2 человека. Все. И трудится не человек уже только, но главную роль берет на себя Дух Святой. Почему Златоуст и говорит «Деяния апостолов»? Правильно бы название книги было «Деяния Духа Святого». И как их переформатировать? Родиться свыше надобно. А далее должно быть крещение истинное и крещение Духом Святым. Чтобы огонь, как я жаждал, чтобы огонь сошел, Господь говорит, чтобы огонь горел в сердце. И тогда тебе все будет открыто. Надо говорить или не надо, надо идти куда-то. И куда идти? Дух Святой не допустил 2 попытки, только явление, видение, и македонянин, приди к нам. И Павел, он понял, это не обман, это не фишка какая-то. Вот какой у него менталитет? Да никакого не было, убийца, грабитель. Имение расхищали у христиан, говорит, имение расхищения приняли с радостью. Еще себе. Савол обратился. Ни один человек не догадывался, что убитый Стефан жив. И, может, он вымолил у Бога его, этого стерегущего одежды. Какой тут менталитет? Бог его встречает на пути. И с собой взять только жезл. Вот они взяли палочки, эти епископы Таисия, он ей не пользуется. Но единственное, пустотелое шелковичного червя вынесли из Китая. Он не нужен. Жезл нужен, говорит. Павел говорит, что жезлом к вам прийти или с любовью. Они не знают, где применить, как вот сейчас, что там делается, доробиться. Это никакой роли не играет. Ты внутри себя зажги этот огонь от Духа Святого. И все встанет на место. А то Константинополь, там Варфоломей, это никакой роли не играет. Никакой. Я уже в ролик выставил на это. Автокефалия каждому человеку Бог дал. Каждой общине. Конечно, есть епископ, мы должны подчиняться, но не так, что без другого епископа ничего не сделаешь. Они играют этим, они ничего не знают, они неверующие. Верующий будет по Библии сверяться, нигде этого нету, там юрисдикции, что-то другое там нельзя, вот они сейчас где-то переименовывают, ничего этого нету в Библии. Они слово Библия святая, Бог, сказать, Христос, нигде ничего не говорят. Попытки сейчас вот научить можно. Можно, но это будет тоже мертвое. Миссия это означает то, что Дух делает. 2 человека. Вот попробуйте миссионерские отделы где, поговорить с ними. Скажи, зачем бы табором это все собираются, деньги там получают, расписываются, управляющие этим. Это все фишка, обман. Миссионерские отделы нельзя создать. Количество только 2. И только движимый Духом Святым, о чем Серафим Саровский скорбел. Стяжание Духа Святого. Вот оно, переформатирование полное, абсолютное. И вы не будете иметь нужды, чтобы вас кто учил. Речь идет не о богословии, а о делах. Можно делать это, нельзя. Вот люди начинают там, да, простые вещи. Заботятся, нарушили 300-летние или 400 лет назад какое-то там правило. Не давали России -то самостоятельности. Греки, они страшно властолюбивые. 413 канонов нарушают ежедневно, и об этом разговора даже нет. Бритые. Безбожники стоят, на лимузинах разъезжают, а тут говорится о бедности, 2 одежды не надо, они только переодеваются, в храме-то там больше 10 одежд, это же его одежды, и все парча, все золото, на чем ездят. Мы говорим не потому, что что-то изменить, нет, мы говорим, что нарушение того, что сказал Христос. Если увидели, что человек в заплатах или что-то, о, да ты там бомж и прочее будут говорить, а апостолы как ходили? Как Пахомий ходил, великий. 11 тысяч мужиков. Постирали одежду, он свою старую заплатанную до обеда перебирает, не ходит. И видит со стороны-то монахи-то. Да отдайте вы ему. Да вот новые возьми, Ава. Да вот оденься прилично. Верните, я там уже знаю каждую пуговку. Мне как раз это по размеру. А сегодня это все в насмешку. И жития святых они читают, они не верят. Мария Магдалина и Мария Египетская. Выбирать даже не надо. Одна ни одного дня не жила по Евангелию, а другая вся по Евангелию, апостол для апостолов. И однако Великий пост при каноне Андрея Критского считает только житие Марии Египетской. Марии Египетской. Но за 1300 лет ни одного подражателя не было и не будет, и это невозможно. Вот и все, и пустыни этих нету. Поэтому только одно, вымолить у Бога, чтобы Бог подтвердил Духом Святым твое избрание. Вот видно этого мусульманина, который очень желает, чтобы прослушали. Я их много слушал. Но вот так вот, чтобы он в детстве был ревностный. Он любил Аллаха, Магомета и Коран, и все сравнивал где. Он в тупик загонял православных-то. И, наконец, встретился с человеком неправославным. Вот этот первый шаг его от Духа Святого. Меня сегодня спрашивают, а вы хотели бы что-то сказать ему? Мы можем отсюда, из нашей страны, это не отсюда, послать. Я говорю, по скайпу сведите нас, чтобы он пришел с переводчиком. И я ему расскажу, что ты первый шаг сделал, дорогой. Дальше ты иди. Приди в церковь, которую Христос отнял. Я его просто задал вопрос. Скажи, Господь говорит, создам церковь. 16:18 Матфея. Сказал, создам. Когда создал? Ну, понятно. День Пятидесятия, Сидом Корнилия. Вот. Для евреев и язычников. Ну, а когда... А теперь, как вы-то, другое название, все по-другому. Другой алтарь, другие слова. И вот сегодня на свалке тут ко мне ходит один. Не ко мне, к Надежде Васильевне, это с девчонкой, это Владимир. И он принес большие две тут сумки. На помойке собрал. В первую очередь это Библия, и журналы там, и видно, что человек занимался где-то. Все выброшено. Православные. Там много очень сектантского, и может даже хорошее. Но нигде нет ни одной книги Златоуста или что-то. Полностью все перешли туда. Но это же мы, от нас это зависело. Рядом с нами эти люди жили. С нас Бог спросит за них. Полный ответ. Все. Спаси Христос. Продолжаем. Евангелие от Марка, 6 глава, с 12 по 13 стихи. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Толкование о том, что апостолы помазывали маслом, говорит один Марк, еще Иаков, брат Божий. В своем соборном послании Иакова 3:13. Масло полезно бывает и против болезней. Оно идет для освящения, оно употребляется при радостном состоянии духа, и означает милость Божию и благодать Духа, которую мы избавляемся от болезни, и от которой получаем и свет, и радость, и веселье духовное. Вопросы? Вот у меня по предыдущему вопрос. Господь заповедует апостолам оставаться в одном доме, доколе они не обойдут все селение, то есть они жили, видимо, в каком-то селении и какое-то время, там, может быть, неделю, да, и ходили по домам, но ночевать в один дом приходили. Так надо понимать или как? Да, так. Я вот приехал в Пензу, там, в 64-м, кажется, году. Нет, даже раньше. Это в 61-м, наверное. И там баптисты, там брат Иоаким уже был у них, ну просто встретили баптисты-то. И меня сразу же один пригласил, а у него семья большая. На другой день там сколько приглашений было, и к себе зовут. Там и так у них недостаток, а давайте сюда. И никак нельзя, вот пункт. Чтобы мы не казались сластолюбивыми, вот где лучше накормили. Кто первый принял, все, из этого дома я буду делать рейды, ко всем приходить, но сюда возвращаться. Ты правильно сказал. Сегодня даже на это и то нельзя никак. Вот архиерей приезжает где? Самый шикарный отель. Понятно? Он приехал где-то. У кого-то из священников еще, а патриарх только там где-то будет. Почему? Я его приглашал, патриарха Кирилла, приехать в Потеряевку. Мы примем как тебя ангела Божия. Бесполезно. Я знал, что никак. Почему? А он связанный. Те, которые ФСБ охраняют его, они не дают ему никуда в сторону съехать. Никуда. Дорога, маршрут, у них там тайна уже знают. Вот и все. Кто это знал, чтобы Нерон охранял Павла или где-то? Даже это ненормальность. Не понимаем. Любая комарилья, какая бы ни была власть, там у Гитлера или где-то, все равно сойдутся с нею. А если просто идти из дома в дом, пример показали кто? Ну тут немцы есть. Переведите слово «бибельфоршер». Ну, быстро. Из Германии кто? Саркисон здесь, нет? Гитлер из верующих-то поставил задачу... Кто? не поняла слово. Бибельфоршер. Исследователи Библии. Это свидетели Иеговы, так называл Гитлер. И они лагеря забиты. Вот каких арестовали людей, там коммунисты, многих расстреляли. Из них в лагере потери было самое минимальное. Они не воевали. Здесь их Сталин жучил. В мирное время со мной в лагере уже на ТАСе сидели трое. Два хорошие, там Буряк, Гончар, фамилия их такая. Хорошие ребята. И сейчас как государство их запретило. Я не опровергаю ничего, но они дали пример. Со двора во двор, от дома к дому, от двери к двери. Но они не знают Бога как должно. Нам это для чего? Их запретили. Примера больше нету. Пример один был. Они неустанно день и ночь выполняли то, что здесь сказано, но вместо истины несли заблуждение. И Бог спросит с нас, почему вы рядом были, не говорили, считай Иезекииля 3:18. Вот и ответ. Не переходить. Где приняли? Я уж не говорю. Павел говорит, из веры в веру. Из веры в веру, то есть во что-то верил, дальше не хватало силы верить, апокалипсис. Поднимайся выше. А не так, был православный, пойду в католики. А там баптисты, свалюсь. Вот и все, отошел. Спасибо, Христос. Дальше продолжаем. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Толкование. Этот Ирод был сын Ирода, избившего младенца. Как тетрарха, Марк называет его царем, употребляя это имя не в строгом смысле. Услышав о чудесах Господних и сознавая, что без причины убил праведного Иоанна, Ирод начал думать, что он воскрес из мертвых и по воскресении получил силу чудотворения. Прежде Иоанн не сотворил ни одного знамения, но после воскресения, так думал Ирод, получил он силу творить знамения. Но другие говорили о Христе, что это Илья, потому что он обличал многих, а Ирод боялся. Так жалок был этот человек, что боялся мертвого. Вопросы, если есть? Марка 6, глава 17-20 стих. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Толкование. Воспользовавшись случаем, Марк помещает здесь вводную речь о смерти Крестителя. Одни говорят, что Ирод взял Иродиаду еще при жизни Филиппа, и зато обличаем был как беззаконник, вступивший в брак с женою живого брата своего. Напротив, другие утверждают, что Филипп уже умер, но оставил по себе дочь. А когда у Филиппа осталась дочь, то Ироду не следовало жениться на братней жене и по смерти брата, ибо закон повелевал брату взять жену брата своего в том случае, когда бы сей последний умер бездетным. Но в настоящем случае оставалась дочь, следовательно, брат Ирода был беззаконный. Смотри, как сильна страсть плотской любви. Вот Ирод, имевший столько уважения и страха к Иоанну, пренебрег этим, чтобы только удовлетворить своей страсти. Да. Вопросы? Евангелие от Марка, 6 глава, с 21 по 29 стихи. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде. И отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Толкование. Пир идет весело, сатана пляшет в девице и дается клятва, беззаконная и безбожная, а более всего безумная. Безрассудный же и любострастный Ирод побоялся нарушить клятву, и потому убивает праведника, тогда как должен был в всем случае изменить клятву и не совершать столь ужасного преступления. Исполнять клятву не везде хорошо. Они думают, что знают Писание, тогда как на самом деле не знают, ибо они обезглавили Иоанна, то есть пророческое слово, потому что не приняли главу пророчества, разумею, Христа. Посему, если они имеют пророческое слово, то имеют его без главы, то есть без Христа. Комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта: думают, что знают Писание. Знать Писание нужно и умом, и сердцем, и послушанием, и исполнением, во всем доверяясь Богу. Писание обладает особым свойством очищать, отрезать ненужное, разбивать упорное. Иеремия 23:29. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Знать Писание нужно так, чтобы ни одно место Библии не противоречило другому, ибо автор всей Библии – Бог. И вот здесь нет ничего выше православного толкования. Знание толкования удержало бы миллионы людей от уклонения в сектантство. И то, что люди не знают таинственного смысла Священного Писания, виноваты только священники, не проповедующие слово истины. Вопросы? Марка 6 глава 30-33. Собрались апостолы к Иисусу и сказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы один в пустынное место Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Толкование. После своего проповедания апостолы собираются к Иисусу. Это должно быть для нас уроком, что и мы, быв избраны на какое-либо служение, не должны выходить из послушания избравшему нас и возноситься пред Ним. Мы должны признать Его главою, обращаться к Нему и доносить Ему обо всем, что сделали мы и чему научили. Особенно, надобно не только учить, но и делать. Христос дает ученикам своим отдохнуть. Это урок уже предстоятелям, дабы они умели давать и отдых труждающимся в слове и учении. Они всегда держали бы их в напряжении и трудах. Далее, Господь, не любя славу, удаляется в пустое место, однако и здесь не укрылся от искавших Его. Напротив, народ столько внимательно наблюдал, как бы Господь не укрылся от него, но предварил, то есть опередил самих апостолов, и пошел к тому месту, где Иисус намеревался отдохнуть. Так и ты, предваряя Иисуса, не дожидайся, чтобы Он тебя подозвал, но лучше сам поспеши вперед, чтобы предупредить Его. Еще один комментарий Игнатия Лапкина на слова Теофилакта: труждающимся в слове и учении. Согласно этому месту Писания и толкованию, современные пастыри, не проповедующие Слово Божие, недостойны пропитания и отдыха. 1 Коринфянам 9:9. Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай арца у вала молодящего, а в валах ли печется Бог? 1 Тимофею 5:18. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Слово «молотить» означает говорить, проповедовать, не просто заниматься требами, которые уводят людей от истины и дают видимость какой-то работы. 1 Тимофею 5:17. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Вопросы? Марка 6 глава 34-40 стихи. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Толкование. Фарисеи, будучи хищными волками, не спасали народ, а поедали его. Посему народ, миновав их, собирается ко Христу, истинному пастырю. И Христос дает ему пищу, сначала более полезную и ценную в слове, потом и телесную. Но посмотри на учеников, как они отличаются человеколюбием. Жалея о народе, подходят ко Христу и начинают умолять Его о нем. Господь же, искушая их и испытывая, познали ли они силу Его, что Он может напитать народ, говорит: «Дайте им вы». На это ученики в виде упрека представляют ему с одной стороны великость своей скудости, с другой – многочисленность народа, как будто он не знает этого. Комментарий очередной Натя Лапкин. Слушание Слова Божия всегда должно быть на первом месте, прежде всего. Прежде Слово Божие только молитва, в которой человек просит, чтобы Бог отверз ему ум к разумению Писания. Нужно молиться о времени слышания Слова Божия и после окончания чтения его и проповеди. Златоуст неоднократно подчеркивает, что когда придешь из храма, не спеши садиться за стол, ища телесную пищу. Но сначала поделись с домашними тем, какое слово ты слышал в церкви. Накорми домашних божественной пищей. Как выполнить сегодня это, если в храме нет проповеди? Иные пастыри говорят что-то, но слова их замораживают дух и усыпляют душу. В их словах нет божественного огня, пророческого гласа обличения, и слово их не меч, отверзающий и гниющее, но губка, размазывающая гной, как говорит Златоуст. Вопросы? Марка 6 глава 41-44 стихи. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Толкование. Господь взирает на небо, во-первых, для того, чтобы научить нас просить себе пищу у Бога, а не у дьявола, как делают люди, живущие неправедными прибытками. Во-вторых, для того, чтобы показать народу, что Христос не противник Богу, напротив, сам призывает Бога. Дает хлебы ученикам, дабы они не позабыли о чуде после того, как принимали хлебы собственными руками. И 12 коробов избытков остаются для того же, чтобы каждый из апостолов, понесший на своих плечах по коробу, содержал чудо всегда в памяти. А то, чтобы не только напитать такое множество народа, но еще оставить избытки, есть знак преизбыточествующей силы во Христе. Моисей хотя и давал ману, но только на нужду каждого, ибо в том, что оставалось лишнего, заводились черви. И Илия, пропитывая известную жену, доставлял именно столько, сколько достаточно было для пропитания. Напротив, Иисус, как владыка, производит то, чего оказывается избыток. Вопросы? Марка 6 глава 45-52 стихи. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря. а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Толкование. Ученики только по понуждению разлучаются с ним, а сами по себе они не хотели расставаться, частью по своей любви к нему, частью по недоумению о том, как он может прийти к ним без лодки. А он, отпустив народ, восходит на гору помолиться наедине, так как молитва требует уединения и невозмутимого состояния. Господь попускает ученикам быть обуреваемыми на море, дабы они научились терпению. Для того же он не тотчас и является к ним, но попускает быть в опасности от бури целую ночь, дабы приучить их быть терпеливыми и ждать избавления не в самом начале опасности. Тем, что было смятение между учениками и противный ветер, чудо еще более возвышается. Что же до апостолов, они, не познав Христа из чуда над хлебами, познали его из настоящего чуда на море. Посему можно думать, что Христос попустил им быть в опасности, и для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, познали теперь из чуда над морем, и отсюда извлекли для себя пользу. Вопрос. Марка 6 глава 53-56. «И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись». Толкование. В дома они еще не звали его, но сами приносили больных, умоляя о том, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. Ибо чудо над кровоточивою женою дошло до сведения всех и произвело в них тем большую веру. Вопросы. У меня вопрос об исцелении. Вот в те времена чудеса Господь делал для того, чтобы в учениках, ну и в народе укрепить веру в Него, как в Господа, как в Бога. А сегодня вот в православной церкви вот чудеса и всегда объявления, и люди прям очереди километровые стоят к мощам святых. Люди верующие, и вроде как бы и не надо им веру укреплять. Вот как сравнить вот то тогда состояние и сегодняшнее, ради сюда люди. Понятно, ради исцеления. Неужели столько больных? Или... Для чего, Игнат Тихонович? Иудеи, они через чудо приходили к Богу. Моисей жезлом ударил скалу, манну собирают, море разделилось. Надо было людям дать понять, где Бог. Другого доказательства не было. Вот они скакали, Вааловы жрецы, ничего нету. И вдруг огонь сошел, Илия молится. И всем ясно было. Мгновенно все до одного повернулись в сторону Илии. Теперь хватай их. И тут же сразу зарубил их 850 человек. Сегодня другое. Потому что сошел Дух Святой. И об этом определенно говорит, что иудеи требуют чудес. В первом послании к Коринфянам. Требуют, они просто, ну покажите чудо. Сведи огонь с неба. Они ко Христу подходили и требовали. Но из всех чудес они выделили одно. Самое важное для них. Когда он накормил и хотели сделать царем. Ты голову подними, Сергей, у тебя одни глаза только видать. Отступи подальше маленько. И вот это определение, Господь говорит, как раз и не нужно. Вы ели, говорит, хлеб, насытились, и потому ищете. Нам не нужны чудеса, говорит Иоанн Златоуст. Я верю, потому что Бог сказал. Я вот советую прослушать, как мусульманин обратился в христианство, но он путем сравнения доказательства. Но его такая вера была, и перейти из этого было трудно. Мне лично вот этого не требовалось. Я просто склонился молиться 56 лет назад, 56. И я встал с колен, я другой. И вот то, что я получил, встал, и как будто Бог поднял мою крышку здесь и положил туда все требуется. Только более углубленное. Ни одного места Писания ложно мне не было показано. А я ничего не знаю. Первый раз Библию увидал. И в один вечер Бог все дал это. Даже не зная канонов, я практически их исполнял. А вот эта мелочность ваша, вот то другое, прикасайся, не прикасайся, это мне и помогло увидеть. Почему Иоанн Златоуст говорит, не пропускай ни одного слова, ни одной буквы в Писании. За ними кроется великая милость Божия. Не то, что делать новые переводы или как-то. И поэтому я могу сказать, что Бог открыл, а чуда не было. А чудо главное, что дал веру. Я за это благодарю каждый день. За веру, за тот день, когда Он дал мне веру в Бога, страх Божий. И ожидание суда Божия. И далее благодарю Господа за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Вот эти слова я повторяю каждый раз, ну, 7-кратно в день, допустим, я повторяю эти слова, непрерывно возгреваю в себе этот дар. Я советую прислушаться, что вот здесь говорю, потому что это не от человеков. Этому нельзя просто послушал и научился. Бог дает. Хорошо исследовал, он сравнивал с Кораном, увидел где-то. Мне нечего было сравнивать. Вообще, чистое место. А как лучше, когда что-то знал? Лучше, когда ничего не знал. Вот говорят, Ава Даниил, там, кажется, учил такой музыки. И когда приходили, он спрашивал, а ты играть умеешь? Он говорит, нет. 50 будешь платить, там, кто доллар, это левы назывались у них. Вот. А ты, а я умею уже, я уже там научился, а ты 100 будешь платить. Потому что мне половина времени, половину усилий надо затратить на то, чтобы отучить. Отучить. Когда ты правильно не знал, ты живешь в другой стране, и ты наполовину не знаешь, что должно, если бы правильные были у тебя учителя. Ты быстрее выучил язык, и никакого акцента бы не было. Тебя бы никто не знал, что ты не местный житель-то. А вот так друг от друга это косноязычие получаем, и толкование такое же. Толкование, 6-й Вселенский собор, 19-е правило, запрещает слушать или говорить вопреки тому, что говорили святые отцы. Так это вы как робот. Это я говорю, на мне говорят, ну согласен. А, так вас за зомби. Согласен. Согласен, Бог меня зазомбировал. В первый же день. Я узнал, что такое церковь. А я увидел, что пьяного попа в первый же день. ничего на меня не влияет нисколько. И поэтому, что сейчас они делают, там это Варфоломея, там переделают канонические территории, для меня это абсолютно не существует. Потому что это я называю вшивая возня. Это никому не надо. Нету. Главное, Бог дал веру. Веру, огонь зажег в костях моих. Я хотел молчать, но не мог. Он разлитый огонь был. Благодарю Бога. И вот на все эти вопросы ответ только один. Рождение свыше и водительство, исполнение крещения Духом Святым. Все на этом. Объясните, пожалуйста, от чего происходит исцеление у сектантов? Вот о чем сегодня свидетельствовал вот этот мусульманин. Благодаря чему они, такие чудеса происходят? Понятно. Благодаря тому, что есть Бог, который солнцу повелевает сходить над злыми и над добрыми. И через это он их трогает. Бог. Да как сектанты им просят, и не имеет значения, мусульманин, буддист, язычник, он вопиет к тому, кто есть. Вот это хорошо у Лескова Николая Семеновича описано. Он не знает, как назвать Бога. Он говорит, а старик все видит. Вот они заблудились где-то. Он говорит, надо в пустыне-то, не какая-то, а снежная. Но это все написано об Иннокентии, митрополите московском. Вот. Как он его вез-то. А он местный там, кто там, эскимос. И он пошел искать. Я, говорит, жду его, один сижу, тут собаки. И он, смотрю, издалека идет кто-то, и на них корона такая на голове. Кто может в пустыне ледяной идти с головой? Корона на голове блистает. Он когда подошел, я, говорит, увидел, что это такое. Солнце отсвечивает, а он идет без шапки. И у него волосы дыбом стали, снегом, и тут растаяло, и солнце лучами в этих льдинках-то отражается. Он говорит, что с тобой случилось-то, шапка-то где? Ой, бачка, то есть батюшка, это он митрополиту говорит, ой, бачка, я там нашел шум, а дома никого нет. Я зашел, а там медведь убитый, его притащили, и я у него ногу отрезал с лопаткой, тут мясо. Мясо мы сейчас есть будем, мы не умрем с голоду. Ну а шапка-то где? Ну я когда отрезал-то, а хозяин-то придет, лапы-то нет с лопаткой у медведя. Он что подумает? А старик все видит, нехорошо. И чтобы он плохо не думал, я шапку положил, что я вернусь за шапкой. Чтобы не подумал плохо, это говорит язычник. Понимаете, как много за этим скрывается. А что они подумают? А мы сами соблазн подаем. Отрезал, взял, сказал, а потом проявилось. А промолчал бы, не пожалел. Что не сказал, говорит, один раз пожалеешь, а скажешь 100 раз пожалеешь. Потому что сказал не божественное, а в раздражении духа, в гневе, в ярости и прочее. Вот молится он, да, от Бога. Меня за это клеймят даже. А, вы совсем сектантом стали. У Бога по-другому все. Через это чудо он его может привести. Он молится к Богу. Муж и жена в разных находятся вероисповеданиях. Дитя заболело, и они простирают руки к Богу, и Бог слышит того и другого. Но мы должны просить, как совершенное, да будет воля Твоя. Здоровье дай ему, Господи, но как Тебе угодно. Как, чего бы мы ни просили, дочь ли выдаешь замуж, сына ли женишь? Господи, вот нашли невеста хорошая, но Твоя воля да будет. Я не знаю. Вот Иоанн Кронштадтский это знал. Пришел на пир, там у них своя дискотека, и он сидит. Вот как легко осудить. Он видит, молодой офицер, видит, к нему женщины расположены. А он подошел к нему, как будто плясать, и говорит, отойдем в сторонку. Спросил, а ты веришь? А когда ты причащался? Вот интересно. Да он говорит, да я уже не помню, когда. Молодой офицер, тебе надо исповедаться, причаститься. Через 3 дня ты умрешь. Через 3 дня. Я увидел смерть, косу занесла над тобой, цифра 3. Вот это да, он говорит. А я-то думал жениться. Не надо тебе этого. У Бога все вымер. Зачем тебе это? И правда, он причастился, пришел в храм. Через 3 дня авария, и он умер. Не болел, ничего. Надо Богу доверяться. Он молится. Вот иногда бывает, сектанты приходят, там еретики, и считают синодальный перевод. Сними шапку, если можно. Слушай внимательно. Да он неправильно толкует. Он не толкует, он считает. Это уважение перед Богом. Исаак Ньютон снимал всегда шляпу, когда кто-то считал Слово Божие. Умирающий просит: прочти мне что-нибудь из книги. Из какой? Он говорит: одна книга есть Библия. Что Мартин Лютер выразил: одна книга есть Библия, одна личность — Христос. Все в этом. Вот. Люди забыли Бога, потому все так. При получении Нобелевской премии Александр Сергеевич Солженицын сказал: забыли Бога, а он молится, девушка, не забыл. Он к Богу взывает. И ты поощри его, и ты слышишь, да, Бог тебя слышит. Но люди научаются друг от друга. Вот в алтаре о каком-то там своем алтарном деле распорились священник и диакон. Священник говорит: ну, я священник, я академию окончил, а у тебя-то семинария неполная. Он говорит: это все равно неправильно, в Новой Скрижали вот так написано, что ты будешь? Ну, я же сказал, что в пятницу вечером уже, ну, и говорит, он говорит: нет. Именно пятницу захватывает, уже вечер молиться надо, уже не колено преклоненно можно. А священник видел, как в алтаре стоит ангел, когда он совершает евхаристический канон и помогает ему, чтобы молитва дошла до Бога. Он говорит: я спрошу в следующий раз у ангела. И ангел, правда, явился, он говорит: вот мы с диаконом спорим, а кто прав? Он говорит: диакон. Как диакон? А как же ты мне тогда тут помогаешь? Я, говорит, Богу служу, а не тебе. А диакон прав. Вот такие рассуждения нам не подходят. Меня на занятиях в университетах нередко спрашивали. А вот я встала на квартиру к баптистке, а она моя родная сестра, у меня квартиры-то нету. Ну, я выставила иконы, а она мне сказала: убери своих идолов-то отсюда. Ну и я не убираю, она сказала: мы же с тобой договорились. Я тебе сказала: будешь у меня жить, но икону не выставляй. Ты дала согласие? Ну да. Но я помолилась, но икон нету, я не могу, я же православная. Кто прав? Я говорю: она права. Так она баптистка. Она права как хозяйка. И ты, у тебя выход только один: убрать или уйти. Не затевать скандал. И я не раз спрашиваю: вот как баптистам доказать вот это? Не надо доказывать. Я говорю: в этом они правы, в этом. Что вы задаете вопрос, они правы. И доказывать не надо. Ты всегда думай сначала, надо ли говорить и что сказать. Они молятся, явленное чудо, да. Чудо явное. Люди обращаются, каются, но они засыхают на первой ступеньке. Они не попадают в церковь. Это их вина. А когда по-настоящему богобоязненный баптист или другой там какой-то харизмат, и ты ему расскажешь, покажешь толкование, как вот у меня на дому были там отец Наум еврей, отец Геннадий Фас, там еще были, и стали священниками, из сектантов пришли. Из сектантов. И не кто-то там, а офицер из КГБ, офицер, и тоже стал священником. А как вы доказали? Никак. Доказать я не мог. Но я показал, вот как толкуют святые отцы. И он говорит: понял, у нас от ума, а у православных от Духа Святого. Вот какое выражение сказал отец Геннадий Фас, доктор богословия ныне. А мое там ничего и нет. Я просто указал места Писания и сказал: ты можешь сам просчитать их. Я ничего не доказываю, у меня нету таланта на это. Вот поэтому Бог дает такое чудо, чтобы его укрепить в вере Христовой. Но дальше он не пошел. Он остановился, собрание тут одобряет его и дальше не идет. Он должен был поставить вопрос: когда церковь была образована? Где она? Вот как Питер Гилквист. Возвращение домой. Вот они так разошлись в течение года. Один будет заниматься литургией, другой там праздниками, третий еще. Через год пришли, все исследовали, вернулись и говорят: так мы и не церковь. Сразу 2000 человек обратилось в православие. Они 6 диаконов сразу рукоположил им, но они пошли к грекам. Тут ломаться начали перед ними другие. Стали православными. Питер Гилквист. Зарядите его, увидите. Увидите их, даже ролики поставлены. Все, отошел. Так нет. Слава Иисусу Христу. А да, полчаса. Вопросы. Уже сейчас прошел. У меня вопрос есть. Давай. Вот, я зачитаю. Предпринимали ли вы попытки с словом и делом для осуществления зарубежного синода в России? Это первый вопрос. И второй, дополнительно к нему же. По вашему мнению, попытки осуществления зарубежного синода в России потерпели крах или же в лице Тихона Пасечника это осуществилось? Вопрос. И еще дополню. Агафангела Пашковского не беру в пример, так он, как он проживает и находится на территории Украины, в Одессе. А вопрос понятен? Вопрос тут непонятен второй. Что именно там, как это... Что, действительно это церковь или нет? Нет, вопрос второй. По вашему мнению, попытки осуществления зарубежного синода в России потерпели крах, или же в лице Тихона Пасечника это осуществилось, так как он живет в России, единственный из тех представителей так называемого истинного православия в России от зарубежников? А я Агафангела Пашковского не беру в пример, потому что он проживает на, ну, понятно, на территории Украины, и синод он как бы формально продолжает вести там, в Нью-Йорке. Там что-то у них есть, но это как бы только формально. Там он не проживал. А почему у вас такой вопрос возник? Ну, нет, просто вы столкнулись с этим, вы это пришли в 92-м году, там вы, я просто вспомнил, что вы там затрагивали это, да, в синоде-то. И мне интересно, что вы как бы сам лично вы предпринимали насчет этого. Ну понял, да, понял, что я к этому подбивался, что вы знаете, что в синоде, когда был, я это предложение и сказал сделать. Ну, к этому отнеслись как-то так, как будто я не говорил ничего. Они не пошли то, что я говорил. Всеобщее свидетельство. Вернуться к апостольским временам. И раз тут не принимают никак, свой синод тут образовывает, русский теперь разрешается. Зарубежная часть остается, а в России свой синод для зарубежной церкви. Ничего не было сделано. Да, это мое предложение. Мое, которое я внес в письменном виде в синод. Действительно так. Но так не было сделано. Но так как автокефалия дана каждому человеку, каждой общине, это осуществилось на наших двух общинах. Я говорил о всей России, а не о Омске только. Но у них там это есть. Ну, в малой части, может быть, и так можно понять. Вот эта автокефалия, которой сейчас они бьются, тут не о чем разговаривать. Так, как хотят люди, так и пусть. Даже которые сегодня в Московском патриархате, они желают... Там быть большинство, другие, кто строил храмы, тому они принадлежат, храмы. Они решили признать такое, пусть переходят в другую где-то юрисдикцию, тем более и Пасечник, и Агафангел, законно рукоположенные. Но не он только. Главная сердцевина всего, это Антоний Орлов, митрополит Антоний. Я у него на квартире там жил, в Лос-Анджелесе. Вот. Эти... раньше еще отделились, а он именно, когда началось вот это присоединение, там все, он это остатки-то все и взял. Я его знаю, он патриот. Патриот в самом большом смысле. Даже выше, чем можно предполагать. Патриот. Патриот, ну, как он говорил раньше, садиться на танки и давить коммунистов. Вот так. Ну, и осуществилось, не осуществилось, да и, ну, если в такой малой счастье, но все равно, почему Златоуст берет даже одного человека? Допустим, вы живете в Иерусалиме, и вы обратились к Богу, обрели церковь, и дальше, а другие не приняли, вот этот один будет судья для всех. Один. Если он смог, смог и другой. Поэтому извинения никакого нет, что я не пришел к Богу раньше 23 лет. Храм был открытый. А я не знал, я молился, все, но мы из беспоповцев, киржаки называются, старообрядцы, беспоповцев. Но это было до времени, и Господь показал через моего родного дядю Степана Дмитриевича, отец у меня Тихон Дмитриевич, отцова брата, что без священства нет. И поэтому мы подсоединились, тут уже присоединились. А дальше уже все понятно. Этот вопрос надо было увидеть, а где оно, что? Так вопрос этот, я его сказать, да, не могу так, но потому что есть, осталось, да. Они в самом деле, у них и синоды, возьми этот Валентин Русанцев, там теперь Федор за него остался, тоже их притесняют, гонят, и у них много, больше 100, кажется, приходов. Он архимандрит был, его зарубежной церкви рукоположили, ну, где-то Лазарь Журбенко там был. Вот так. Дело-то не в синоде, а дело в том, что знают они истину, и они не запятнаны сталинско-бериевской патриархией. Отошли от этого. А как же вы ее признаете благодатной? Ну вот признаю, и все. Я ничего доказывать не буду. Я признаю ее, Московскую патриархию, благодатной в смысле, что действительно таинство и все остальное. А что они не делают, я об этом криком кричу даже в этих вот комментариях, которые сейчас читаем. Вот так, Евгений. Вопрос. А дополнительно еще с Григорием Грабовым были знакомы? Нет. Не был. Я был в Вашингтоне. Я не то что перебиваю, просто вопрос понятен. У Виктора Потапова я там жил, в Вашингтоне. И как раз там у него сын был в миссии, как у них называют тоже, миссии в Иерусалиме. А Григорий-то, это его отец епископ. Ну, он, да епископ-то еще у него сын был. И они мне сказали, это один из самых умных архиереев. Умных, ну, в подлинном смысле. Вот так. Я не встречался. Но под его редакцией изданной книга правил изданная, мне подарена, она у меня здесь есть. И всю страницу заполнил, вручную, рукой написал, митрополит Виталий подарил мне ее. И печать поставил. Так что я его не встречался, но где у него что читал, я нигде не видел. Он граф, кажется, был. Не увидел я ничего противоречащего истине. Ну, все-то я, конечно, не читал его, что там у него было, как он при немцах вел себя, вот как Антоний Блюм. Он даже причастен был к сопротивлению, и благо, что Господь оставил живым его. Не встречался. Понятно, Владимир. Он да. Просто был один из тех, который там, он в Суздаль потом приезжал в 95-м году, я за него читал. Ну и что мне известно, я могу сказать только хорошее. Хорошие люди высокого полета. Понятно, благодарю. Слава Христу. Сейчас прошел, можно вопросы задавать любые. У нас вопрос стоит тут, чтобы покрестить моих внучек, двойняшек. Ну и выбирают, значит, мой сын со снохой девушку, которая еще и не крещенная. Вот она на этой завтра крестится, и она будет крестная. Я говорю, ну как же так, если она сама вообще ничего не знает? Как она будет крещенной? Сама, я не знаю, Блеванка наверняка завтра будет ее крестить. Я говорю, вы понимаете, что это такое крестное? Вообще, они, ой, говорит, мама, ты нам заморачиваешь мозги. Вот так вот. Но это же неправильно, Игнатий Тихонович. Конечно, неправильно. Она не может быть. Она воспитательница и мать, вторая мать. Раньше больше придавали этому значению. Если родители умирали, то крестные забирали детей и воспитывали их, кормили и поили. Так речь идет о вере. Что она может сказать? Таких людей крестить не надо. Не надо. Если сами такая вера у родителей нету. Это и Смирнов об этом говорит. Дмитрий Смирнов. Накрестил, говорит, 20 лет, говорит, оборачиваясь назад, и ничего нету. Крестить надо у истинно верующих. И у меня крестников сколько, а я влияния ни на одного не имею. Родители там что-то потом начинают по-своему делать, и не допускают, и одна фикция, ничего нету. У меня практически ни одного нету крестника, который был бы рядом, который мог бы учить. Они даже в лагерь их не отпускали. Тихонович. Да. Андрей Кураев сказал, что все государства хищники. Одни нападают, другие защищаются, потом наоборот, и всю жизнь так идет. Да. А вот сегодня Владимир Владимирович Путин, не сегодня, я не знаю, вот, сказал, агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, многоточие. Здорово, не успеют. Отметил Владимир Путин под смех. Он как-то... Ну, я понял, Саша. Время-то у нас нету. И он как-то говорил, я плохой христианин, говорит. Написано, прощай, щеку подставлять. Я, говорит, не могу этого, я в ответ все равно заеду им. Так что он говорит, как бы христианин, а на самом деле там ракеты под именем Сатана. Но самое удивительное, что придумали они, патронировать это будет мученица, римлянка Варвара. Над ракетами Сатана. И как раз патриарх Алексей II, министр был тогда вооруженных сил Грачев. А спрашивают, ну почему Варвара? Я говорю, потому что она убегала от отца Диоскора, и перед ней скала раздвинулась, и за ней закрылась. А ракеты как раз находятся в подземных шахтах, и ракеты эти, покрытие открывается и закрываются. Они посмотрели, да так. Это католики. Вот сейчас они нашли покровителя интернету, какой-то Исидор. Что он как-то, что там, или по воздуху что-то там бросал, или что-нибудь с этим связано, я даже не знаю. Это, видимо, их святой там. Но без этого никак не могут. Нам нужно все время прокладки. Прямо к Богу. Вот какая молитва лучше? Я молюсь святым или и прошу других помолиться? Самая сильная молитва, когда ты молишься сам и прямо к Иисусу. Вот такой ответ. Это святые говорят. Но мы не отрицаем святых, я каждый день им молюсь, и Божьей Матери, но речь идет о том, что как правильнее будет, неукоризненно. У меня вопрос немножко другой был. Я хотел спросить, может ли христианин быть императором, царем, президентом? Ну, вот царь мог быть Николай, пока не погубил. Сейчас вот все пишут, как... Народ прирастал при каждом царе, как будто многочисленность и миллионов истина какая-то сокрыта. И вот, а понимаешь, вот при царе, при таком, вот народ больше, 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 и, наконец, 150 миллионов. Да в один день все это, репрессии, десятками начали отхлопывать их. Голодомор устроили. Нигде статистики не дают, сколько Библии они издали, сколько людей покаялись. Сколько людей в это время страдали за проповедь Евангелия. У православных-то статистики-то нет никакой. Настоящих миссионеров в России, я показываю, на одной руке можно поместить. На одной. Вот. Это Стефан Пермский, архимандрит Макарий Алтайский, вот этот Иннокентий Вениаминов, просветитель севера. Вот это такие, которые действительно... Этим жили, говорили, а остальное все это так. Потому что православная вера – это вера высшего этажа. Все с Богом, небо на земле. А люди необращенные, они стоят чурками, ничего не знают. Они не понимают этого. Да, литургия – это небо на земле. Но к литургии-то надо людей обратить, они стоят, ничего не знают, ждут, когда рот раскрыть надо. А если маленький, чтобы зафиксировать его, чтобы он не закрыл, вложить ему в рот частичку. Вот так. Смысл-то в чем? Сектанты с нуля работают. Неверующие, они ему свидетельствуют, говорят, показывают, помогают. Ну, как говорится, обольщают. Не обольщают, они стараются, еще обольщают. Ну, пасы отбросили, все можно. Там девки все в брюках ходят, и крашеные, и какие угодно могут быть. Ну, это перебор. Но, однако, говорят о Христе правильно те же баптисты. И люди обращаются, но на первой ступеньке засыхают. А у нас ничего не знают. Литургия. Вот, когда люди каются, познали Христа, живут во Христе, тогда литургия. Святая святым. А какой святый-то? Люди невозрожденные стоят. Моченые, некрещеные. Святая святым. Я говорю о причастии. Ну, вот так. Ко мне пришли ночью несколько священников. Ну, Господь так сделал, расположил они, искренне так. Ну, мы помолились, поговорили, и они говорят, вот напишите нам на исповедь, что я должен на исповеди спрашивать-то? Ну, спрашивают, просят. Молодые священники. Ну, я и написал им где-то. Я говорю, ну, это вот то, что вам сегодня пройдет. Но я тут даже не пишу то, что не пройдет. Нет, вы все напишите. Вы спросите, когда ты читал Библию? Если он ее не читает, проверь, что он знает-то. Когда он благовествовал, кому он проповедовал. А если этого нет, то отложите, не допускайте до причастия. Вот это самое главное. А все остальное, не пил, не курил, не матерился, это первые шаги. Есть люди-космонавты, не пьют, не курят, не матерятся. Нам выше лететь. Понимаете, есть такие вопросы. У меня за одну проездку был в Москве, тайно. Пришли даже 3 епископа в разное время. Вопросы. А вопросы-то им нигде не дают, и захлобучили, и все. И так я говорю, вы же не готовы их выслушать-то. Тебя завтра на эшафот потянут. Ты в первую очередь поди патриарха обличи. Сколько можно лгать? Какой он святейший? Когда Бог только свят, свят и свят. Свят. Сравнительная степень святее, а святейший превосходное. Слово святейший встречается 2 раза в Библии. Назидая себя на святейшей вере вашей, Иуда пишет, апостол-то, и Маковейская говорит, на святейшем месте 7, где храм был. Все. А этот, кажется, папа-то там наисвятейший, святее там, он говорит, сколько же можно людей-то обманывать-то? Бог свят, все. Святости самых грешных людей, может быть, допустил Господь, и они теперь на себя звания и ярлыки наклеивают. Зачем это нужно? Ну ты святейший. Вот сидит в тюрьме приговоренный уже Ян Гус. Его обслуживает там, который еду приносит один сторож. И сторож начинает ему задавать вопросы. А вот что... В церкви литургия, вино как? Остается вином? Он говорит, нет, превращается в кровь Господню, присуществление. А хлеб? А теперь он на него взглянул и понял, что перед ним не сторож. В одежде сторожа кардинал. Но он не выдержал на эти ответы-то и начал говорить, ты сатана. Вот мне тоже часто это говорят, которые неверующие, сатаной обуянные, они, а ты сатана. Я не сатана, он говорит, я человек, а тебе очень тяжело, потому что душа просит света, а ты ей не даешь. Вот весь ответ. Я не сатана, я человек, а тебе очень трудно, тебя задушили, и ты боишься, там нельзя, тут нельзя. Как Андрей Кураев говорил, когда он обо мне, тут ролик есть он. Игнатьев все равно, там соборы, не соборы, тем более наши сегодняшние решения. Главное сказано в Библии, это все. А мне не все равно. Я думаю, что епископ обо мне скажет, как подумает. Вот я когда видел его, выгнали отовсюду. Теперь ты свободен. Говори. Говори и не бойся. Я послал тебя. Не бойся, чтобы я не погубил тебя, говорит Господь Иеремии. Для меня это образец. Так Кураев сейчас свободен? Его бы надо спросить. Свободу надо вовнутрь поселить. Ну, получается, он сейчас все равно свободен, раз за штатом, да? Они молитву там уже составили, как молиться, чтобы Бог его вразумил, падшего Андрея. Молитву прямо распространяют. Ну ладно, а дальше что? А дальше снять с него сан. И поэтому у него тоже ограничения есть. А у меня нет ограничений. Они с меня ничего не могут снять. Одежда это, так в тюрьме лучше дают. Питание, которое, ну ладно, тут еще мы живем, так готовят. А когда я один, так в тюрьме лучше готовят. Поэтому ничем я не связанный, я свободен, да. Так не только святейший, еще такое блаженнейшее ваше блаженство. А в Писании написано, когда Иисус Христос сказал юноше, что никого не называй блаженным. Даже он себя-то не позволил называть, когда он к нему. Он сказал не блаженный, а благий. Благий. Благий и блаженный — это разные слова. Разные? Абсолютно другой смысл. Благ только Бог. По Писанию это ведь кощунство, нет блаженнейшего. Ну, это неправильно, то же самое, это все превозношение. Они понимают, что это гордость. Ну, зачем? Просто по-человечески поговори. Зачем тебе? Ты же знаешь сам. И знаешь, куда ты ходишь каждый день. Зачем на себя эти ярлыки наклеивать, которые выше Бога? Святее Бога, святейший. Да, мало святейшего, они говорят, ваше святейшее святейшество. Вот как называют его. То есть еще бы что-то сказал, но больше ничего нету. Дальше остается только так. Как пишет стихотворение, ой, это об Яне Гусе. Что-то я забыл, кажется, Мэй написал об этом. И Ваша обращается к папе, говорит, непогрешимая греховность. Непогрешимая греховность. Это хорошо сказано. Греховная святость, да. Греховность непогрешимая, как это? Да вот Тютчев сказал, Тютчев Федор Иванович, непогрешимая греховность. Ну вот так. Вот это достойно того. То есть греховность не считается за грех, и она у него непогрешимая. Ну ладно, тут разъяснять, и так понятно. Гус на костре, зарядите и прочитайте. Гус на костре. А некоторые еще даже ни разу не считали. Прочитайте. И отвоевал, говорит, он Христову кровь он отстоял для них. Как поджигает, незабытая с тех пор, что принесла, крестясь и воздыхая, вязанку дров, как лепту на костер. Это такое стихотворение очень сильное. Или зарядите Сергея Есенина, ответ Демьяну Бедному. Его не все знают. Я когда в вагонах проповедовал, а Бог дал мне знать многие поэмы, стихотворения, я мог их часами рассказывать. Это очень сильно действует на людей. Поэзия. Поэзия духовная. Ну, Сергей Есенин вот написал такое. Ответ Демьяну Бедному. Ты испытал, говорит, Демьян, всего арест, и то скулишь. Ах, крест, крест мне выпал лютый. А чтоб, когда тебе голгофский выпал крест, или яши с едкою цикутой, хватило у тебя величия до конца, в час смертный, по его примеру тоже, весь мир благословлять под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе. Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, ты не задел его своим пером немало. Разбойник был. Иуда был, тебя лишь только не хватало. Ты сгусток крови у креста копнул ноздрёй, как толстый боров. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакевич Придворов. Вот сумел же он так написать? Здорово. Ты совершил двойной тяжелый грех своим глупейшим балаганным вздором. Ты оскорбил поэтов целый цех, и малый свой талант покрыл большим позором. Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи, небось, злорадствуют российские кликуши. Еще тарелочку демьяновской ухи, соседушка мой свет, пожалуйста, откушай. А русский мужичок, читая «Бедноту», где образцовый стих печатался куплетом, еще дружней потянется к Христу, а автору посквелем мат пошлет приветом. И другой вариант. Еще дружней потянется к Христу, единственному истинному свету. Это какие? Спаси Христос. Слава Христу. Ну, наверное, все у нас сегодня закончилось. 29. Игнатий Тихонович, ну а как вы вообще расположены сейчас к деятельности от Андрея Кураева? Вот он сейчас ведет как бы такую бесстрашную... Ну, конечно, с тем прежним не сравнить. Вот я ему говорил, приезжай сюда. Вот Владимир Головинос, и вы видели, как он отзывается обо мне. Я нынче по определенным, говорит, причинам не мог поехать по Теряевку. Я обязательно поеду. Поеду. Мне охота увидеть все как есть. Я Андрея звал и говорю, у меня есть где спать. Надо было сказать палате. Я говорю, нары готовые и сухари насушенные. Я бы с него килограмм-то 50 снял тут. Ну зачем это? И говорили меня, а вы бы взяли его с собой в миссионерскую поездку. Ну, если бы он до нормальных размеров объем уменьшил, взял бы, а так я лишние 100 книг лучше заложу. Мы приехали, когда меня тут сестры встретили, вот здесь я сижу, ну, во дворе-то, мы из машины я вышел, а я все время костер разжигал, это моя обязанность была. Ну и солнце тут запалило, я почернел. Сажа там ходить. Они обнимают, ой, да одни мощи. О, как обозвали меня. Одни мощи. Все, Сергей, наверное. Давайте помолимся. Достойно есть Якова истину, блажи Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безсенья Бога славшую, сущую Богородицу тебя величаем. Молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием, чтобы воздать благодарность Тебе за этот вечер, за эту святую возможность вникать в Слово Твое, вечное и неизменное. Господи, приготовь нас к встрече с Тобою, чтобы мы достигли желаемой пристани Царствия Твоего и навеки соединились с Тобой. В чем мы неправы, исправь нас. Будь милостив к нам, найди наших родных и близких, которые еще Тебя не знают. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Сохрани правителя от покушения и всем даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Слава Христу. Аминь, Христос. С Богом, спокойной ночи. Спокойной. Слава Христу.